Добрый день, друзья! Сегодня готовлю турецкий пирог «Тава Берек». Это простой способ приготовить пирог на сковороде, если у вас нет духовки. Для этого мне понадобится пучок петрушки, 200 грамм творога, 150 грамм сыра. Для смазывания теста 200 миллилитров молока плюс 50 миллилитров подсолнечного масла. Измельченную петрушку перемешиваю с творогом, слегка солю и добавляю сыр. Все перемешиваю, и начинка готова. Диаметр моей сковородки 24 сантиметра. В Турции для этого пирога специально продается тесто, называется оно юфка. Можно его заменить на фило или замесить самим пельменное тесто. Смазываю сковородку растительным маслом. Беру первый слой листа и выкладываю на сковородку. И смазываю все смесью молоком с подсолнечным маслом. Оставшуюся часть теста рву руками и выкладываю слоями, смазывая каждую часть, равномерно распределяя по всей поверхности. Добавляю начинку, распределяю равномерно по сковороде и накрываю второй частью листов. Также смазываю все слои теста. Сверху слои накрываю оставшимися концами, собираю их по принципу конверта. У меня ушло 330 грамм теста. Тщательно смазываю оставшейся смесью поверхность пирога и бока, чтобы пирог не высыхал. Ставлю сковородку на средний огонь минут на 5-6, чтобы пирог подрумянился. Затем накрываю крышкой и выпекаю пирог на слабом огне минут 5-6. Сверху накрываю сковородку тарелкой и переворачиваю пирог. Выкладываю обратно на сковородку и поджариваю пирог до готовности. Для такого теста подойдет любая начинка. Попробуйте приготовить такой пирог. Очень сытный, ароматный и вкусный. Приятного аппетита!